Всем привет! Хочу показать, как у меня зимует крупнолистная гортензия. Этот у нее сезон первый у меня в гараже. Здесь прохладненько, но гортензия уже сама по себе проснулась, уже зеленеет. Вот эта гортензия, я знаю, что она не ремонтантная. Уже почечки начинают выходить, просыпаться. Также в прошлом году купила в конце ноября свисающую или ампельную гортензию. Расцветки я не знаю, какая она, так как на горшках не было указано никакой название. Только знаю, что макрофила. Так же самое у меня здесь крупнолистная гортензия. Уже пошла из почвы веточка. Также у меня сохраняю здесь плющелистная пеларгония у меня. Вот это я в прошлом году черенковала. Ну, непонятно, перезимовали они или нет. Но только один горшочек проснулся. Моей гортензии. Всем до новых встреч!